дано пустить жизнь кинопленку вспять. Вовремя, чтоб простить, вовремя, чтоб понять. Это что такое? Ну, после песни. А, оттенки винила, да. Да, и проигрывайте. Я помню, сегодня там было сказки про братца кролика. Классно. Ну, нет, не знаю, что прям вот там. Надо все переслушать. Вот. Но больше всего мне цепляло настоящий французский шансон Жо Дассен. Там у него пластинка была. И высок. Обязательно будем жить. Обязательно будем ждать. Будет снова листва кружить. Будет слово стихи рождать. Обязательно будем жить. Обязательно будем ждать. Обязательно будем ждать.